Здравствуйте. Врачи говорили, что котенок тяжело болен и вряд ли выживет. Сейчас в это трудно поверить. Осенью в траве рядом с мусорным баком Ольга Сураева нашла котенка, похожего на грязный комочек шерсти. Несчастный малыш был жив, но выглядел ужасно, истощенное тело покрыто паразитами, глаза залеплены гноем. Для начала решила накормить его, отмыть, пролечить болячки, привести в презентабельный вид. А потом найти ответственных хозяев, рассказывает Сураева. Котишка был принесен в дом, отмыт и накормлен. Можно приступать к лечению, но не тут-то было. Ольга напрасно обивала двери ветеринарных клиник. Все в голос твердили, что животное лучше усыпить. Ольга не сдавалась. Она обратилась к более квалифицированным столичным специалистам, покупала качественные и дорогие лекарства. Пока шли поиски, котенок стал хуже видеть, а потом почти совсем ослеп. Ольга поняла, что не сможет отдать бедолагу в чужие руки и решила оставить его у себя. Так котишка обрел дом. Теперь его зовут Фантик. Он стал взрослым и красивым котом. Фантику не скучно, ведь у него есть подружка-кошка Варюша. Ее тоже спасла эта прекрасная добрая женщина. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.